Певица Наташа Королева была замужем за композитором Игорем Николаевым почти 10 лет. Брак знаменитостей нельзя назвать идеальным. В период совместной жизни Наталья и Игорь часто ссорились и так и не решились завести совместного малыша. По словам Королевой, Николаев – талантливый музыкант и хороший друг, однако жить с ним под одной крышей очень сложно. Знаменитости развелись в 2001 году. Причина краха семьи – измена. Николаев завел интрижку на стороне. Предательство избранника стало для Наташи большим ударом. Вокалистка считает, что Игоря Николаева попутала нелегкое. Королева не сразу решилась на развод. Перед тем, как отнести заявление о расторжении брака в соответствующей инстанции, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» отправилась к астрологу. Для знаменитости это был первый в жизни поход за натальной картой и составлением гороскопа. К большому сожалению для Натальи, у эксперта по астрологии не было для нее хороших новостей. «Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть», — честно заявила Наташа Королева. Несчастливая история с Николаевым стала хорошим уроком для певицы. «До 27 лет, — говорит артистка, — она носила розовые очки и избавилась от них благодаря разводу. Сегодня Наташа Королева замужем за стриптизером-живописцем Сергеем Глушко. У пары есть взрослый сын Архип. В этом браке вокалистки тоже не все гладко. Несколько лет назад Наташа узнала о романе Сергея на стороне. А перед новогодними праздниками Королева проговорилась, что ее супруг практически не появляется дома.